Давайте-ка я расскажу немного новостей, потому что они у меня появились. А как у меня появляются новости, то я могу снять, конечно же, видео. А если у меня новостей нет, то я не снимаю. Ну и зависит, есть ли у меня еще время. А время у меня сегодня есть, потому что сегодня у нас выходной, суббота. Я еще не ходила проверять зефиркиных крольчат. Они находятся в летней кухне. Вы видели в другом видео, в предыдущем. Но есть грустная новость. Вчера произошла. Вчера я пришла из школы и зашла в летнюю кухню. Лампу кошки перевернули. Не знаю, мои или какие-то чужие. Немного была, как сказать, торчала тряпка из сетки, скажу так. Я испугалась, то, что крольчат нету, и кошки как-то вытянули. Один малыш пропал, осталось 7. Один был ранен. Ну, слава богу, все с ними было хорошо. Я принесла накормление в зефирке. И зефирка залезла и сидела в маточнике. Мне было настолько холодно, потому что был мороз минус 15 градусов. Я зашла в дом, посидела минут 5, вышла, а зефирка до сих пор сидит в гнезде. Я хожу, я мерзну, руки мерзнут, да и сейчас руки мерзнут. А зефирка сидит все в маточнике, а потом смотрю, у нее морда в крови. Я перепугалась, подумала, она съела крольчонка, у которого рана. Ну, может, почувствовала вот этот запах мяса, я не знаю. А вывод, она съела вообще здорового крольчонка. Я не понимаю, почему. Как-то ее перемкнуло что-то в башке. А у кроликов такое бывает. Просто перемкнуло. У нас до сих пор лежит снег. Так красиво. Можно сделать миллион фоток. Реально. Так как я люблю фотографировать, то я придумаю столько идей. Да? Вот Бафечка. У нее сегодня 35-й день беременности вроде. Что вы думаете? Она никого не родила? Я ее хочу сегодня прощупать. Вот, ноль. Ну, гнездо сделано, как бы должна быть беременная. Нормальная крольчиха просто гнездо так не сделает, если она там не в охоте. Я вот думаю, вообще беременная она или нет. Но я когда прощупывала, я крольчат нащупала. Их было мало, такое ощущение, что там один. Я не знаю, какое-то пузо у нее стало такое ощущение маленькое. Ну, я сегодня прощупаю и узнаю. Ну, наверное, уже в следующем видео скажу, потому что сейчас у меня времени прощупывать нету, мне холод. Тут сидит Гоголь. Вот, мой любимчик. Ну, и это моя любимица. А тут сидит Барни. Ну, он до сих пор не продался. Я вообще забыла его сфотографировать на снегу и выставить объявление. Когда мне это сделать, я вообще не знаю. Ну, наверное, уже сделаю завтра. Так как выходной. Ну, время есть, но мне вообще надо делать уроки. Да. А теперь пойдем в летнюю кухню, и я покажу малышей зефирки. Лампу починили. Да. Вот, горит лампочка. Сейчас я поставлю в другое место. Ой! Неудобно. Там Лола прыгает в окне. Сейчас посмотрим малыши. Я надеюсь, что с ними все хорошо. Включила вспышку. Я постелила здесь тряпочку. Вот, пух был, я не знаю. Они, наверное, я надеюсь, живы, потому что я не вижу шевелений. Кто-то шевелится. Опа-на! Чё это? Кажись, они все поумирали. Я не знаю, чё это? Вот ещё два. Тут ты живой? Три. Их уже, кажется, не спасти. Ребят! Блин, долгожданный окурол! Их так ждало. И вот так все на смарку. Месяц тупо прождать, принять. Сколько? 4. 5. Их всего 6. Я не вижу 6-го. Они что, все умирали? Их уже не спасти.
все коченели. Тупо весь экран на смарку. Ну так и жди. Из-за этого я не хочу разводить кроликов. Вот почему не хочу разводить. Потому что на них нужны вот эти железные нервы. Ой, честно. Я сейчас заплачу. Вышла на улицу, лучше какого-то кролика сниму, да и расскажу. Так, кого же снять? Гоголь, будем тебя снимать. Давай интервью нам, давай. Что ты, дедулечка? Ты больше не дедушка. Вот, да, бабушка, у тебя внуки поумирали. У тебя внуки поумирали, а у тебя дети поумирали. Честно, вот почему я не хочу разводить кроликов. На них нужны железные нервы. Вы сами увидели эту картину? Потому что в кролиководстве, скажем так, все идеально. Не может быть. А я показываю настоящую картину, которая происходит у меня. Потому что врать я не хочу. Как сказать? Вот так просто случаешь. Ждешь месяц долгожданный окрол, чтобы получить. Дожидайся крольчат. Это просто это эмоции, когда еще долго не было окролов. У меня были последние окролы в сентябре, и то малыши тогда поумирали. И вот так ждешь, готовишься. Я нашла время. Этих крольчат забрала. Если кто смотрел видео предыдущее, то видели, что я попала на роды к Зефирке. Я забрала малышей, чтобы их как-то уберечь. И получается, их или морозы убьют, или то кошки съедят, то крольчиха вообще съела, что вообще не перемкнуло в башке, я не знаю. Или просто получается вот так. Почему не умерли, я не знаю. Может, и замерзли, но в летней кухне тепло, и лампа греет. Ой, значит, что-то не то. Я не знаю. Вот так ждешь, и тупо весь окрол на смарку. Я сначала почему-то послышала, что кто-то там шевелится. Я подумала, что кто-то из крольчат живой, но нет. Не знаю, кролица Баффи или нет, потому что я уже боюсь, чтобы вот эта мадамка меня не разочаровала. Так что всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ. Вот такое получилось грустное видео, я не ожидала, я думала, просто сниму Зефирку, покажу крольчат. Но не тут-то было. Сегодня, кстати, 13 января.